И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о монетизации. Так как кто-то услышал звон, да хер знает где он. Сейчас все подробно расскажу для тех людей, которые, которые не знают, что говорят. В общем, речь пойдет об ограничении монетизации. Полностью монетизацию никто для России не отменял, не закрывал, не удалял. Как вам угодно, в общем, можете это называть. Ну, в общем, сейчас покажу монетизация. Все у нас монетизация есть на все. Все у нас классно, все отлично. Все есть, все отлично. AdSense у нас работает. Вот, видите, да, AdSense. Он есть. Так, перейдем к аналитике. Доход. Есть у нас доход. Просто у нас доход 24 числа немножко снизился. То есть, грубо говоря, если у меня было там 32 цента в день, то сейчас у меня от 1 цента и до 10 центов. Но полностью никто его никуда не убирал. То есть доход он есть. То есть вот 2. Вот с того дня, с какого там, не помню с какого марта, с 4, по-моему, у нас начал действовать ограничение. Но она есть. Она, монетизация есть, она никуда не делась. Просто ограничение для наших некоторых стран. То есть, что рекламу не показывает. То есть нам как бы включили YouTube Premium. Но с YouTube Premium с этого мы все равно получаем некий доход. Так что не так все плохо, не так все мрачно. Доход есть, хоть он и намного меньше стал. Но это все временно. Ничего, переживем. Как-то жили без YouTube, так и дальше проживем. Но вообще, ребят, кто с России, советую перейти на платформы Zen и Rutub. Zen платит лучше, Rutub. Ну, Rutub пока неизвестно, как платит. Узнаем чуть позже. Но это развивающиеся платформы, и они выдавят этот YouTube с такого называемого рынка. Они победят его в любом случае. Так что, ребят, сами видите, что у нас монетизация есть. Деньги, копеечки капают. Никто их никуда не убирал. А то бомбит людей, ха-ха-ха. Для России YouTube закрыл монетизацию. Да хер вам, никто у нас ничего не отбирал. Все у нас есть. Просто небольшие ограничения. Ну, в общем, как так, не буду мусолить из порожня в порожнее. Сами все видели. Все хорошо, все нормально, все счастливы, все живы. Ну, это все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.